О, глядите, кого я поймал. Андрюха идет. Защиту снял, сейчас в защите такой нарядный приехал. Сейчас пировать будем. Это я, да. Да. Андрюха только что 90 километров проехал. Куда ты ездил? В Колпино ездил? Ездил в Колпино, через Шушары обратно. Интереснее там. Да? Пойдем, покажешь, на чем ты ездил. Вот на вот этом. Красотка. Драндулете. Как тебе название? Драндулет. Как тебе тетенька придумала? Мы драндулетчики теперь. 90 километров проехал. Ровно 90 километров. Ты на страве? Чуть меньше. Чуть-чуть меньше? Сколько? 68? 88. Сейчас он приехал меня еще публично унизить. Мы сейчас возьмем супикс и еще поедем кататься. У меня заряд кончится, а у него еще, наверное, процентов 20 останется, да? Сколько ну, у тебя знаю, сейчас? Сейчас 30%. 30%. Ты проехал 88 километров, 90, и считай, у тебя 30% осталось. Да. Мне кажется, что вы слишком много едите, водители, драндулетов, кингсунгов. Получается, я ездил с фонариком, во-первых, с включенным постоянно. Как ты мог? Он же выгорает. Он выгорает и сжирает. Это как кондиционер в машине, наверное. Так да? бы ты вообще 120, наверное, проехал, да? Да, да. Если без фонарика. И это в одну сторону, и во вторую 120 ближе. Друзья, Андрюха выкатывает сегодня. Да. Пойдем кушать. Решил выкатать, а то пользуюсь уже сколько. 2500 наездил, не знаю, сколько могу. И не знаешь, сколько можешь еще. То есть решил вечеринку устроить, так вечеринку. Любовью, так сказать, нон-стоп заниматься. Да. Марафон. Ну ты пока еще силы-то есть у тебя? Есть. Сейчас еще подкрепишься, да? Ну пойдемте, у нас там ждет квас, нас и шаверма. А я здесь, он приехал, а я здесь занимаюсь вот чем. У нас здесь версия 2 на разборке. О, Андрюха, твой этот, Лицкий, это же Белоруссия? Да. О, оттуда квасок хороший поставляется. Братский народ, собаки, опять хотели забрать у нас. Рассорить нас. Вот версия вторая, зла. Разбираю сейчас, снимаю обзорчик. Опять перегрелась у нас GoPro Max, перегрелся. Сейчас, Андрюха, перекусим, поедем кататься. Наверное, завтра уже доснимаю. Надо будет все разобрать, все это перебрать, все поменять на нержавейку. Для вас, внимательных зрителей, снять супер подробный обзор, как и что я здесь делаю, что хорошего во второй версии, что плохого. Ни километра на ней не проезжено еще, 3 метра у него пробег. То есть придется еще какое-то время на ограничениях ездить. И самый большой плюс, друзья, который есть вот здесь в педалях, вот для всех, кто хейтит, вот смотрите, вот характеристики. Включаю мой серийничек, да? Ninebot 1Z. Вот это самая ключевая, конечно, информация, да? Видите? Максимальная скорость. Максимальная скорость, да. Так что вот, друзья. 20 км в час. Если кто-то тормозит, это опасно. 20 км безопасно. Я вчера накатал 15-ку, по паркам ездил. По жаре 36 градусов. Завтра выложу, наверное, видосик. Приехал, у меня как раз там в страве написан средняя скорость 20 км. Видишь? Все. Ну, по-честному. Чего тебе там? Да, это мне не должно нравиться. Резиночку потрогать. Серая, не цвет корпуса. Скоро на Андрюхе на V8 придет новое колесико. Мы, по крайней мере, я решил тестовое колесико купить. Мы его поставим, убедимся, что точно все работает. И тогда можно перебирать уже это зеленое колесо, которое мы поставили туда. Да, крышки которые. А то переберем, опять ничего работать не будет. Нужен образец. Образец. Хорошо, когда есть этот идеальный образец, шаблонный, да? Подставил, подключил, работает. Да. Чем сервис отличается от простого человека? Легко есть очень. Да, есть комплектующий, стенды, там, очень легко. Да какие стенды? Мотор-колесо воткнул, значит, мотор-колесе дело, разбираемся. Согласен, да. У нас такого нет. Будет, значит. А у нас пишет ошибка мотор-колеса, а что там? И холод что-то, да. Я же задавал тогда эко-дрифту, они сказали, вроде да, правильно. Но может они правильно только сказали, что в сервис несите. Да. Так, ты мне вот что скажи, ты 90 километров сейчас проехал, за какое время? У тебя в страве есть маршрут? Нет, время, я же с остановками, там это ты в страве маршрут не включал? Включал, конечно. Покажешь? Не покажу. А то только твои подписчики будет, пока. Интриги? Потом? Ну хорошо. Как ты себя чувствуешь? 90 километров. Ты хоть по делу ездил туда? Конечно, по делу. Колпино никогда не было, а теперь был. Вот собака, вот один. Как там дорога-то? До Колпино? Да. Очень специфическая эта велодорожка. Ты мне скажи, это по Софийке ты ехал, да? Там, где мы хотели? По правой стороне или по левой, если отсюда ехать? Там все хуже, я тебе потом расскажу. Да? Потом большое интервью дам, если хочешь. Хорошо, все. Давай
поотдыхаем немножко. И перекусим. Все, все лайки Андрюхе. Все, катайтесь. Кингсонг проехал 90 километров, 30% осталось заряда. Да, Злу до этого, конечно, далеко. Все, всем хорошего дня. Температура у нас упала, замерзаем. Сколько там у нас? 28 градусов. Да, все счастливы просто. Мы уже спокойно даже к 40 скоро относиться будем, да? Вполне. Все, пока-пока.